Джулия, ты где? Только домой зашла. А что? Послушай, тебе нужно уходить... ...идти оттуда. Прямо сейчас. Что? Что случилось? Там небезопасно. Нет времени объяснять. А как же Люси? Оставь ее. Не ищи ее и не подходи к ней. Стив, ты меня пугаешь. Пожалуйста, скажи, что происходит. Нет времени, Джулс. Ты все еще дома? Естественно. Ты ведешь себя как сумасшедший. Пожалуйста, просто сделай, как я говорю. Прячься! Живо! Прятаться? От кого мне прятаться? От Люси! Кое-что произошло. Она опасна. Опасна? Но ведь ей всего шесть лет. Мы всегда подозревали, что с ней что-то не так. Но она ведь наша малышка. Мы не знаем, откуда она взялась. Мы ничего о ней не знаем. Послушай, я понимаю, что последний год был очень трудным. Трудным? Джулс, она убила нашу собаку. Это был несчастный случай. Серьезно? Ты называешь это несчастным случаем? Я верю, Люси. Женщина в детском доме вела себя странно в тот день. Ты не могла не почувствовать. Пожалуй. Не знаю, Стив. Джулс, пожалуйста, уходи из дома. Перестань мне писать. Тебе нужно уходить. Я не понимаю, где Люси. Она там, с тобой, где-то. Няня звонила. Она сказала, что у Люси были странные глаза сегодня утром. В смысле странные? Она прислала мне фото. Что? С ней все в порядке? Что, если ей нужна наша помощь? Что ей действительно нужно, так это священник. Или кто-то, кто сможет разобраться с этой чертовщиной. Какой чертовщиной? Ты ничего мне не рассказываешь. Няня сказала, что Люси странно себя вела. Страннее, чем обычно. Когда она попыталась посмотреть ей в глаза, та закричала. Она кричала, пока ее не вырвала. Должно быть, она заболела. Может, это после нашей поездки с палатками на прошлых выходных. Ее стошнило птицей, Джулс! Что, прости? Птенчиком! Она изрыгнула его, смотри! О, боже! Няня позвонила мне и сказала, что уходит. Люси ее напугала. Так что, она уехала? Поэтому ее машины нет возле дома. Ее машины там нет, потому что ее брат пришел и забрал ее час назад. Санитары нашли ее за углом нашего дома с ножевыми ранениями по всему телу. Соседи прислали мне это. Я не знаю, как она смогла это сделать в таком состоянии, но она позвонила 911 и сказала, что это была Люси. Джулс, именно поэтому тебе нужно уходить прямо сейчас! Стив, окна и двери, они все заперты. Я... я не могу их открыть! Что? Что ты имеешь в виду? Как это возможно? <звы> их как будто заколотили. Боже мой, тебе надо прятаться. Я почти дома. Еще две остановки осталось проехать. Спрячься где-нибудь, где она не сможет тебя найти. На чердаке, например. Мне страшно. Пожалуйста, поторопись. Почти приехал. Захожу в дом через гараж. Возьму топор и попробую выломать дверь. Хорошо, я тут. Стив, ты нашел топор? Он был в углу, там, где садовые инструменты. Стив, Стив, где ты? В самом деле, Стив, быстрее, пожалуйста. Ау. Привет, мамочка.